Marin Health поощряет вас не только за высокий товарооборот в структуре, лидерским бонусом и реферальной премией, и за статусы, о которых вы узнали в предыдущих роликах, но и за вклад в общий рост компании. Начиная со статуса «Директор» и выше, вы получаете возможность получать глобальный бонус. Глобальный бонус – это 3% от глобального оборота компании в BV, который распределяется среди наших партнеров со статусом «Директор» и выше. Каждый участник, выполнивший условия квалификации на получение глобального бонуса, получит одну или соответствующее количество долей в зависимости от выполненных условий. Сумма, выделенная на выплату по каждому статусу, делится между участниками согласно их долям. При этом каждый участник определенного статуса также получит доли предыдущих уровней, кратно долям, полученным за свой текущий статус. Сумма глобального бонуса за 3 месяца выплачивается 1 раз в квартал. Давайте разберемся, как распределяется глобальный бонус в нашей компании, и наглядно покажем, как это считается. В нашем примере 3% глобального бонуса от оборота компании составило 70 миллионов 200 тысяч тенге. Общее количество участников, выполнивших квалификацию – 40. Из них 1 бриллиантовый директор, 4 сапфировых директора, 10 жемчужных директоров, 25 директоров. Данные партнеры наладили системный подход в своих структурах, работали над увеличением товарооборота и активно приглашали рефералов. За свои старания каждый из этих партнеров получает глобальный бонус за статус директора. Давайте посмотрим наглядно, как он рассчитывается. Директорский бонус. Сумма глобального бонуса для партнеров, выполнивших квалификацию в статусе директора и выше, составляет 23 миллиона 400 тысяч тенге. Эта сумма распределяется на 40 партнеров, так как все они имеют статус директор и выше. На каждого из них 585 тысяч тенге. Жемчужный бонус. Сумма глобального бонуса для партнеров, выполнивших квалификацию в статусе жемчужного директора и выше, составляет 17 миллионов 550 тысяч тенге. Эта сумма распределяется между 15 партнерами, так как именно они имеют статус от жемчужного директора и выше. Каждый из них получит по 1 миллиону 170 тысяч тенге, которые суммируются к сумме за выполнение квалификации на статусе директора. Итого общий бонус каждого партнера составит 1 миллион 755 тысяч тенге. Сапфировый бонус. Сумма глобального бонуса для партнеров, выполнивших квалификацию в статусе сапфирового директора и выше, составляет 11 миллионов 700 тысяч тенге. Эта сумма распределяется между 5 партнерами, так как именно они имеют статус от сапфирового директора и выше. Каждый из них получит по 2 миллиона 340 тысяч тенге, которые суммируются к сумме за выполнение квалификации на статусе директора и жемчужного директора. Итого общий бонус каждого партнера составит 4 миллиона 95 тысяч тенге. Бриллиантовый бонус. Сумма глобального бонуса для партнеров, выполнивших квалификацию в статусе бриллиантового директора и выше, составляет 11 миллионов 700 тысяч тенге. По условиям глобального бонуса, одному партнеру не может быть выплачено более 25% от суммы бонуса, выделенной на выплату по каждому статусу. Поэтому данный партнер получит 2 миллиона 925 тысяч тенге. Его общий бонус по 4 статусам составит 7 миллионов 20 тысяч тенге. И это только за 1 месяц. Важно помнить, что каждый участник получает бонус за свой наивысший статус. При этом у партнеров, независимо от статуса, есть возможность выполнять квалификацию в двойном, тройном объеме и увеличивать сумму своего глобального бонуса. К примеру, партнер, выполнив квалификацию в тройном размере на статусе «директор», получает 3 доли глобального бонуса. В нашем примере, если 1 доля на статусе «директор» составляет 585 тысяч тенге, то, выполнив квалификацию в тройном объеме, партнер бы получил 1 миллион 755 тысяч тенге. Это лишь один из примеров того, как наша компания ценит и вознаграждает своих лидеров. Продолжайте расти, развиваться и достигать новых вершин вместе с нами. Глобальный бонус – это вознаграждение за лидерство, стратегическое мышление и ваш вклад в общий успех и процветание нашей компании Marin Health.